В Адыгее оперативниками экономической безопасности УВД города Майкопа пресечен факт сбыта крупной партии немаркированного алкоголя. Так, в торговом помещении полицейские изъяли более 1500 литров вина. Установлено, что 48-летний индивидуальный предприниматель в целях сбыта осуществлял хранение алкогольной продукции без специальных акцизных и федеральных марок в магазине в Майкопе. В настоящее время по данному факту дознанием полиции города возбуждено уголовное дело.